Московская патриархия и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве подписали соглашение, позволяющее священникам посещать заключенных в СИЗО. Согласно документу, Московская епархия обязуется соблюдать все правила, установленные в пенитенциарных учреждениях, а руководство УФСИН не препятствовать совершению богослужений и духовному попечению о лицах, которые пожелают встретиться со священником и получить духовное окормление. Соглашение предполагает не только духовно-пасторскую заботу о заключенных, но также о сотрудниках, работающих в учреждениях ФСИН, и о курсантах, которые завтра придут трудиться на этом поприще.